Центральный парк в Люберцах станет больше после реконструкции, причем на целых 30, а то и 40%. Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Ужицкий. Открыть парк планируют в 2018 году, когда благоустройство будет полностью завершено. Площадка объекта увеличится за счет склона, прилегающего к зданию администрации, а также за счет аттракционной зоны. Всю территорию парка планируется вычистить от зарослей, досадить широколистные клены, рябину, липы и кустарники. Все здоровые деревья сохранили. В этом году планируется завершить дорожную сеть и освещение, а также площадки для занятия спортом для инвалидов, профессиональную скейт- и воркаут-зону, детские игровые комплексы. В Центральном парке будут обустроены уголки для разных категорий жителей. Он откроется только после завершения полного благоустройства, которое планируется в 2018 году. Анна Троян, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.